Рефлексия, да? Вчера ходили за грибами, и у меня было такое двоякое чувство идти за грибами, не идти. Как бы желание хочется идти за грибами, но грибов почему-то не получается собрать. Диляры пошли, без грибов приехали, там маленько собрали полведра, диляре отдала, потому что мало грибов. И вот, и я вопрос начала задавать, для чего я хочу не собирать грибы. Все время, мне затык такой, да, все время не получается грибы собирать, да? Бывают, конечно, моменты, что много грибов бывает, да, но слышу везде новость. Там люди собрали, а мы едем, и у меня не получается. Вот мы с Дианеткой поехали вчера за грибами. В один лес заехали, что там не нашли грибы, да, а я все время в вопросе была, для чего я хочу не собирать грибы. И вот что получается. Когда мы заехали, и говорю, айда поехали, говорю, в этот, туда, в лес, в Багряжский, да, говорю, там будем собирать, говорю. И еще даже поняла, почему я там именно начала собирать. Нигде не могу найти грибы, только там нахожу. Потому что один раз мы там нашли грибы, и только там нахожу. Вот, смотрите, как получается. И что-то по лесу идем, я впереди иду, и Жанна за мной, и смотрю, Жанна говорит, вот же грибы, говорит. И начала показывать мне грибы. Я охренела, около меня грибы. А я до этого, и такая, ага, она опять начала собирать грибы, а у меня нету грибов. У меня такая жадность пошла, и такое чувство зависти пошло, да, вот это чувство, вот это, ну, неприятно, короче, чувство пошло, да? И мне тут абана, вот же ответ мне, вот же мой ответ. Охренела я там. Вот здесь мне ответ пришел, потому что до этого вопрос задала. Я для чего создаю, что грибов нету? Да потому что вот такой момент, когда мы начинаем кто-то собирать, а вот когда я начинаю, вот, допустим, нахожу гриб, у меня появляется жадность, мое, вот типа мое, чтобы только никто не пришел, не забрал эти грибы, да? Или кто-то, допустим, собирает, например, а я не собираю, да, у меня злость происходит, чувство зависти происходит, жадности происходит, обиды происходит, и боль внутри такая, да. И я все сделала, чтобы грибов не было. Вот когда этот момент я осознала, отправила на исцеление, мне сейчас мурашки идут, да. Я даже вспомнила ситуацию, когда мы когда-то с подружкой поехали за грибами, она собирает грибы, а у меня грибов нету. И мне такая на нее обида была, я на нее прям наехала конкретно, да, и мы с ней разругались, ну, разошлись на этом фоне. Вот, и теперь я все делаю, чтобы грибов не было. И когда этот момент я осознала, грибы пошли. И представляете, мы вчера 3 ведра собрали. Мы собираем, на одном месте мы целое ведро собрали грибов. Вот какое чудо произошло вчера. Охренела я. Я когда осознала, для чего я хочу не собирать, чтобы грибов не было, да чтобы не чувствовать вот эту боль, вот чувствовать боль, обиду, боль, жадность самое главное, особенно жадность, да, все, грибов нету, короче. Вот вчера грибы собрали, завтра еще поедем за грибами.